привет всем владельцам всякой разной механики. Ребят, вот такого квадрика у меня еще нет на канале. Вот, давайте коротенько обзор. Тут, в принципе, блин, знаете, ничего особенного такого в нем нету. Ну, кроме вот этой тележки. Раньше вот эта тележка, она, ну, как бы шла как отдельный квадр, получается. То есть он был целиком шестиколесный. Вот. А сейчас русская механика разделила, получается, тележку можно приобрести отдельно и прицепить ее к любому другому квадроциклу. Я имею в виду не к любому другому, а имею в виду вот именно вот такому вот 650-ка, либо 500-ка. Вы цепляете назад тележку, убираете вот эту спинку, откручиваете. Вот. И получается у вас вот такая вот хозяйственная телега есть, у которой можно, блин, вот здесь борт открыть, боковой сюда открыть борт. Ребят, специально заморочился, вот так вот открыл, чтобы было понятно. Ну, то есть, такая удобная фигня, там, дрова возить, там, не знаю, сено. В общем, в хозяйстве офигенная штука. Вот, и стоит она недорого. Сейчас я цену выведу на экранчик. Вот, давайте посмотрим, как вообще там внутри что сделано. Вообще, было бы офигенно, если бы здесь был бы привод на эту тележку. То есть, на данном квадроцикле привод идет только на 4 колеса, вот. Ну, понятно, квадро на телегу, привода нет. Может быть, в перспективе будет, но на данный момент сейчас нет такого. Телега у нас идет вот самосвальная, на таких вот усиленных рычагах. Мне вот тут прям вот интересно, если эти усиленные рычаги поставить вон на обычный квадр. Да, конечно же, еще один амортизатор не получится поставить, но, блин, вот такой усиленный рычаг. Интересно даже, да, как это будет все выглядеть. В общем, место тут есть для еще одного редуктора. Вопрос в том, что в том редукторе, в дальнем, там нет, то есть, места для того, чтобы привод прошел на тележку. Что у нас? Освещение есть на этой телеге. Вот у нас освещение. А что еще надо? В принципе, больше ничего не надо. Вот, ну, надо же... А, нет, есть еще, смотрите, есть еще стабилизатор поперечный. Конечно, не знаю, насколько это прям вот актуально, стабилизатор поперечной устойчивости, но он есть. Ну, не позволит перевернуться квадру. Все-таки нагрузка большая, и вот все это дело поэтому стабилизируется дополнительно. Так, дальше, что по подключению? Подключение там универсальное стоит. Вот, здесь у квадра сохраняются, видите, вот все его там огни, поворотники и так далее. Вот, и они дублируются также на тележке. Тележка имеет грузовая ВИН-номер. И, я не знаю, даже при регистрации нужно будет вот это вот все дело как-то учитывать, но, скорее всего, ничего не надо делать. Все, как обычно, как квадр просто регистрируется. Так, что, показать, как она самосваливается, наверное, да? Но, к сожалению, здесь нет газлифта, и поэтому, то есть, сваливать одной рукой, вот так просто вот достать вот эту пику замка, она не поднимется. То есть, надо одной рукой, получается, доставать, а другой рукой поднимать эту телегу. Ну, знаете, с учетом того, что она предназначена, чтобы возить там, ну, немаленькие грузы, было бы прикольно, чтобы был бы здесь, типа, знаете, такой штуки, когда крутишь, и она поднимается. Потому что вот так вот, допустим, ты нагрузишь, а потом, ну, самосвалить у тебя ее не получится. Тяжелую. Вот такой вот квадр шестиколесный от русской механики. Кто считает видео полезным, обязательно ставьте лайк. Кто считает видео бесполезным, ставьте дизлайк. И всем удачи на бездорожье. Всем пока.